Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру. И у нас есть задание. Так, сейчас посмотрим. Радиовышка, основное снаряжение. Основное снаряжение. Что ж, идем. Случайная встреча. Встретится выживальщик. Интересно, что за еще за выживальщик? Бомжара, который мне попросит бабок. Приветствую, незнакомец. Не хочешь-то поторговать? Ну, давай. У меня есть книга, если ты ее прочитаешь, она даст тебе особенные силы. Ну, давай. Звучит заманчиво и дешево, договорились. А, дешево? 2000? Ну, давай попробуем. Вот книга. Будь осторожен, это последний экземпляр. Ух ты, спасибо. Библия. Это и все? Я тебе что, 2 косаря просто так? Просто так 2 косаря отдал? На Библию? А ну подожди. Библия. А, умение разговора плюс 5. Ну что ж, используем. Ладно. Разговор плюс 5. Подожди, а тут нету ничего никаких этих... Ух ты, исчез. А, нет, он стоит. Надо здесь обойти, посмотреть. Вдруг здесь какой-нибудь еще сейф лежит или еще что-нибудь. Такое бывает, знаешь. На дороге. Нифига нету. Ничего интересного нет. Абсолютно. Ну что ж, ладно. Отправляемся дальше. Радиовышка. 2000. Офигеть, за что? За что? За 2% умения разговора? Ну ладно. Это все равно нужно. Поэтому. Так, а здесь что интересное такое? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. А туда идти нельзя. Зомбачки, возьмите кровать. А где кровать? Подожди. А, кровать в доме. А тут нету никаких этих самых, типа, ловушек. Так, закрываем сразу дверь. Подожди, почему у меня дверь не закрывается? Тут зомбачье ходит. Надо будет менять оружие нам. Есть. Сейчас отстрелим немножко бошки чувакам. Крышечки снимем. Сейчас снимем крышечки, потом будет легче их убивать. Без крышечек. Раз. Вот полицейский. Полицейский гад закрывается там. Так. Ты кто такой? Ух ты, водичку мне дал, спасибо. Вот, смотри, сейчас с башкой ходит. Надо всем крышки снять. Вот этим тоже, смотри. И раз. Два. О, нормально, вот еще вот этому нужно крышечку снять. На тебе, гад, смотри. Закрывается полицейский, гад. Есть. Крышку сняли. Почти что мертвый. Все. Их легко, относительно легко расстрелять. Все, готово. О, здесь еще есть передний вход, а он закрыт. Так, нужно взять кровать. Отправляемся в дом. Вот наша кровать. Мы отсюда будем вести в туда. Так, тут закрыто. О, тихо. Мы отсюда будем туда вести все эти вещи. Так, ребята, вы что, меня окружили? О, куда уходите? Не-не, уходите. Подожди. Вы же уходили туда, ребята. О, нет. О, нет.
Нафиг, пошли. Да, здесь без гранатки все. Ух ты, уходит. Офигенно. Пусть уходит. Пусть уходят, ребята. А чего не уходят, интересно? Все, смотри, ушли. Дурачье, а. Так. Получите. Но это безвыходная ситуация. Мне пришлось гранату использовать. Вот ништяки всякие получил. А ну-ка, что там было? Книга умения путешественник использовать. И умение целительства. Тоже все используем. Это хорошо. А карта сокровищ Спрингфилда тоже используем, откроем. Потом посмотрим, что есть интересное. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что меня испугал, гад, а? Нет. У меня звук-то, в принципе, не сильно громко стоит, но все равно я испугался. Этот... Мяу. Возьмите провода. А нельзя было сразу взять вот... А, нет. Провода здесь находятся, хорошо. Фига себе провода. Бобина такая. И куда мне эти провода? Тоже на машину положить, хорошо. Грузовичок сюда. Есть. Возьмите плиту, возьмите антенну. Так, а плита где? А, плита, типа печки. Положите печку. И возьмите антенну. А, о, зомбаков сколько много, ребята. Нафиг мне нужно здесь. И антенну берем. Ребята, ребята. Да найдите радио. Если бы нафиг это было последнее, я бы все уехал бы отсюда. Смотри, сколько вас много. Сколько у вас человек здесь? Зомбаков, сколько? Ох, нифига, еще и сзади, еще там, смотри. Зомбаков не просто много, а очень много. Еще вылазят откуда-то. Ёлки-моталки, я такой первый раз вообще вижу, алло. А, типа, идите в дом. Нет, в дом мы не пойдем, знаешь почему? Потому что вся эта бригада потом тоже в дом захочет зайти. И будет не очень хорошо. Да, бригада огромная. Я такой первый раз вижу, сколько их здесь. Надо будет их подзорвать. Ой-ой-ой-ой-ой. Я все использовал свои гранаты. Алло, блин, вы еще живы? Вы еще ходите такие размеренные, да? Крышечки сейчас снимаем. Есть. Блин, сколько гранат я потратил. Да потому что гранаты дорогие, нафиг. Вот это вообще, видишь, крышка не снята. Надо крышку снять. Вот этому. Где он? Есть, все, теперь их легко убить. Относительно. Вот эти заключенные, они достаточно сильные. Чуваки. Все готово. А, найдите радио. Хорошо, что я их всех так убил этими бомбочками. Не было бы бомбочек у меня. Как бы я бы убил. А вот это не радио стоит, слушай. Вот это вот не радио. А, вот оно радио. Положите радио в машину. Сейчас зомбаков тут куча будет, нет? Не, зомбаков нет. Я их перебил, наверное, случайно всех. Идите к машине. Используйте машину. Все. Миссия завершена. Все, зомбаков больше нет. Можно... А, подожди, а тут что? Карта сокровищ? Тут рядом так. Давай зайдем, посмотрим карту сокровищ. Нифига себе. О май гад. А если у меня лопата? Лопата есть. Все нормально.
Ёлки-моталки. Ладно, будем сейчас крышки им снимать. Потихонечку. Ух ты, мимо. Ух ты, мимо. Есть. Ну давай вот этим первым чувакам. Охранникам сейчас будем башни снимать. Есть. Есть. Бабища идет. Есть, готово. Так, и здесь все активизировались, чувачки и дурачки. Так, отойдем сразу подальше. Вот отсюда будем стрелять. О, один готов. Ух ты! Да че вы башнями своими шатаете? Ух ты! Пролетела пуля между ними, да? Смотри, ну я же тут улучшил огнестрельное оружие, может быть, смотри. Получше стало убивать их быстрее. Так, сейчас зарядимся быстренько. Во. Крышка снята. Крышка снята. Ух ты. Мимо. Где ты там? Давайте. Подожди. Есть. Снята крышка. Ух ты. С первого удара. Смотри. Нормально. Они падают. Им два удара хватает. А ну-ка. Есть. Теперь эту каркушу нужно убить. Все, каркуша активизировалась. Есть. О, вот она летит, дурная. Вторая хоть еще просто так летает. Она тоже, видишь, как шатается. Есть. Каркуша. Ты давай, иди сюда. О, лети, лети, лети. Есть, готово. Вот, нормально. Теперь я понимаю. Когда мы улучшили немножечко. Огнестрелочку. Эти чувачки стали быстрее умирать. О, радиэйшн, радиэйшн. Я надеюсь, меня не в радиацию пошлют. Да, надеюсь, не в радиацию. Где-то здесь надо будет копать, смотри. О, нет. Ладно, я не пожалею гранатку на вас. Нет, смотри. Гад вот этот харкающий. Угу. Не пожалел я на вас гранату. Которая стоит, может быть, дороже, чем это сокровище ваше. Зарытое. Вот этого гада надо убивать. Каркуш сейчас я быстренько убью. Ух ты, нападает даже, смотри, алло. Оглушен. Оглушен, типа, вообще замедлительный, медлительный стал. О, есть одна. Готово. Да, гаденыш, мне на тебя сколько уходит патронов. Патроны уходят, дай боже. Патрончики, патрончики.
Вот, в башню. Так, стреляешь. Вижу. Не, ему, короче, все равно. Попробую сейчас его с этого, с рядышком. С ближнего боя попробую его добить. Так, радиация, близко не подходим. Вот это поле, в котором нужно нам будет копать. Что тут интересно? Бензин пока мне не нужен. В этом месте нам надо копать. Делаем обкоп такой небольшой. По периметру. Медленно копается, эти лопата такая самая, такая беспонтовая. Ну что? Пока ничего нету, да? Пока ничего мы не находим интересного. О, милый мой друг, что ты мне дашь? 1000-1500 монет, один бинт, патрончики и больше ничего. 1500, ну все равно, хотя 1500 тоже хорошо. Все, возвращаемся домой. И идем к Чаку. Чаку, Чаку надо, Чаку. О, собака, смотри, появилась. Чак. Готово, проще парень репы. Отличная работа. Готов к новой? Конечно. Отвези все это к заправке и попробуй починить радио. Хорошо. Попробуем поймать передачи других выживших. Хорошо, спасибо. Пёска, привет. Мне нужно барахлище свое продать. А барахлище-то у меня всего лишь на 116 монет. Не ахти. Не ахти. Что ж тебе еще продать-то? Может, такую аптечку? Сотню стоит. Лечение 55. А здесь лечение сколько? 20? За соточку. Давай продадим, ладно. В сундуке у меня патроны всякие различные. Вот, снайперка, смотри, а. Урон 16 плюс 10. Типа ранеди. 23 тысячи стоит. Офигенно. Так, тут урон 10 плюс 6. Что значит 10? А что значит еще плюс 6? Это если у тебя здесь пистолет будет лежать, то урон увеличивается на 6. А пистолет, который я продал за 500 рублей. Типа, если еще пистолет у тебя будет лежать. Подожди, чувак. А пистолет ты не продаешь больше, да? Мне пришлось продать. В свое время-то. Очки умения и бензин забрать. Да, уж в свое время мне пришлось продать этот пистолет. А он, оказывается, вон что дает, да, еще. Очки какие-то. Интересно. Это всего лишь плюс 7. О, что-то я расстроился. Пойду, может быть, все равно где-то пистолет можно будет найти. Может, у этого торговца есть пистолет? Нет, у него пистолета нету. Ну ладно. Сейчас я эти ракетки сразу сюда положу. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать серию.
Так, умение. Умение. Сейчас я добавлю в огнестрелку. Вот так сделаем. И добавлю еще я, наверное, к торговле, чтобы подороже мне. Снижает цену на товары у торговцев. Стоимость покупки, цена минус 35%. Да, уменьшаем. Да, торговлю нужно увеличить. Угу. Вот еще защита есть. Бронь увеличим. И здоровье добавим немножечко. А так, в принципе, хорошо. И у нас есть такая вот награда. Либо 8 таких, либо 4 таких. Давай 8 таких. Новый город какой-то еще. Что дальше? Так, я сейчас на 20 уровне, ребята. На 20. Все, будем заканчивать сегодняшнюю серию. Всем пока-пока.